очередное утро. Покидаю Фетхие. Уезжаю в Мармарис. Это где-то 130 километров. Подъем будет чуть-чуть поменьше, чем вчера. Но на фоне усталости уже сегодня проснулся, уже ноги прям болят. Но ничего, я так думаю, в Мармарисе я на денек останусь побольше. Передохнул. Ну все, погода как обычно. Солнечный, после обеда жара. Будем ее преодолевать. Впереди проезд через платный тоннель. На великах нельзя. Но попробую. Где наша не пропадала. А нет, так в объезд. Посмотрим, что там. Развернут меня, нет? А, вот оплата где. Ну, сейчас проскочу. Не впервой. Мисс Кузи. Пока. Зашел в свой любимый магазин Бим. Взял напитков, проехал 45 километров, осталось 80. Пока не жарит, терпимо. Еду плоскач здесь, так что с ветерком гоню. Ничего сложного. Пожалуй, освежусь здесь. Холодно, холодно. Ну, это вообще отлично. Почаще бы такие фонтаны, ехать было бы проще. Ну, сразу полегчало. Молодцы турки. Полный сервис. Хотел, душ принял. Езжай. Отдыхай. Решил свернуть и заехать на озеро. Здесь 4 километра вниз спуститься. Смотрю, что за озеро. Большое довольно-таки, судя по карте.
Мне кажется, каждый город соревнуется, кто больше развесит флагов у себя на улицах. Здесь прям вообще вот по два на каждом столбе. Явный лидер. Вот такое здоровенное озеро. Там прям в дымке все. Ну, довольно мутное. Хотя вот здесь вот довольно чистая вода купается. Это маленький пляжик. У-у-у, вода прям кипяток. Такой теплый я даже не знаю где. Может только в пруду у нас нагреется. А здесь прям целое озеро. Класс. Но купаться я не буду. Некогда уже. Поехал по проселочной дороге. А здесь вот такой сад. Похоже, это апельсины растут. Я нашел там. Более-менее спел. А так все зеленые висят. Не сезон, видимо, еще. Вон тоже это все. Апельсиновые сады. Вот так они выглядят. Прям целые сады с апельсиновыми деревьями. Апельсинов море. Вот я здесь приметил. Висит готовенький. Меня ждал. А ну-ка иди сюда. Красота. Сейчас мы его заточим. А вот так выглядит деревенская школа. Обычная деревня. Школа. Мечеть. И апельсины. Фу, объелся я апельсинов. 4 штуки, что ли, съел. Меще! Что интересно, тут даже на сарае и то черепица. Настоящее. Не какой-то там
профнастил или еще что-то. А вот такие рыженькие крыши. Кактусы здесь как лопухи растут. Здоровенные. С какими-то вон шишками. Цветы это или что? Еще не распустились. Да, ну им тут хорошо, тепло. Никто не обижает. Растут себе. Асфальт шикарный просто. Все, выехал из деревни. Опять на дорогу. Еще примерно километров 45 осталось. Осторожно. Козлы на дороге. Ну вот еще 26 километров и буду в Мармарисе. Вот такие путешественники здесь. Ну и я поеду. Тут конец маршрута. Вот такой сюрприз. Блин. Ну что делать? Буду пыхтеть. 7%. 2,2 километра. Оказывается, тот подъем был не последний на 2000 метров. Потом был на 3000. Вот я сейчас проехал. Фу. Все. Теперь только спуск. Только спуск. Фу, блин. Вот новый день в Мармарисе. Решил я здесь остаться еще на денек. Как обычно. Отель с бассейном. Вчера приехал, сразу плюхнулся сюда. Полчаса провалялся. Ну, здесь город расположен среди таких гор, окруженный. И еще бухта здесь. В общем, тут очень жарко, прям душно. Вот. Ну, сейчас пойду что-нибудь поем. Вчера взял винишко, что-то проснулся, голова болит. Позавтракал и опять провалялся. Время уже 2 часа. Вот. Сейчас поем, пойду куда-то гулять. Вот это мой обед. Турки очень красиво подают на таких деревянных дощечках. Обязательно вот такое принесут. Это йогурт. Тоже какая-то закуска. И вот хлеб. Просто бесплатно. Кушай, дорогой. Вот так.
такая картина с пляжа в Мармаксе. Здесь как бы все закрыто островами. Вот здесь вот есть проходик. И сам он тоже гораня с двух сторон. Ну, по типу как, наверное, наши Ялты. В таком горном стакане, поэтому здесь очень удобно. Море так мутноватенькое, конечно. Пляж песочный. Улочки за каул. Это музей. На другой пляж, 6 километров от Мармариса, на таком баркасе.